первые. Да, они первые. Выдержать это трико. Ну, в чем вопрос? Чтобы третий круг был бы самый лучший. Уже наступал, да? Что сзади вообще никого. Смотри, поле вообще пустое, то есть их никто не догонит. Тех они не догонят. Их большой. А, наебнулся, все, брррр, поехали. А если я догоню, смотри, в группе их там что-то. Гоняться без смысла. Ногу натренировать. Это надо что, набиванием, чтобы быть таким? Нет. Зачем ногу тренировать? Чтобы чувствительный. Да нахуя? Здесь же он проехал, вот первый круг. Ну, во втором кругу вылетел в эту хуйню полный рост. Такую, блядь, кучу наделал снега. А сейчас просто приноровился. Это нормально. Пока едешь. Каждое соревнование это единственный опыт. На тренировке это хуйня. Вот тут вкатываешь, потому что тебе надо и валить непозволительно. Ноги, чтобы надрессировать, чтобы дать столько, сколько... Надо, блин, ё-моё. Это как набивать. Берешь, набиваешь, блин, три раза, и мяч улетает. А тот, кто чувствует ногу, он сто раз, блин, тын-тын-тын, блин. Вот так, да, пока не отойдёт. Китаец. Китаец. Точно с одним примером. А вон там стали. Это лидеры стали?